Албук. Кимми, успокойся, видишь? Кимми, угомонись, говорю. Кимми. А ну иди к себе быстро. Так, малышня, задача такая, сейчас туда-сюда и начинаем движок. Чё рано, подождите. Пока я отпущу, они сами начали там уже по снегу гонять, играть. Сейчас у меня есть 10-15 минут, это все убрать, и мне срочно надо. Щенки вон стоят, ждут. Идите, Валер. То мячик никому не нужен был, зима прошла, всем нужен. Ну что, поздоровел. Идите гуляйте. Так, все, пофоткали, поснимали, хватит. Невозможно все и сразу все сделать. Поэтому... чуть-чуть пусть отдыхать. Да, идите отдыхать, щенки. Да что ж вы такие активные, а? Привет, мои шлотки. Ой, 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 Люба. Да все, да. Багир. Все, умничка. А я сегодня сон видел. Снег вот так. Вот такой же закатик, только еще желтый. Да блин, ну Багира, ну Багира, ну все, ну все. Малышка, ты прыгучая. Чудесная погодка. Сегодня ночью минус 7, а потом опять потепление, слава тебе, Господи. Чего такие счастливые? Не понимаю. Дома корм замачиваю. Так что вода замерзнет по-любому минус 7. Бедра ставлю сейчас вовнутрь. Резина. Блин, там заглохла машина, блин, хотел снять, где заглохла, да. Погнали. Оп. Задок, да, блин, надо резину поменять, стоит же. Красота такая. А мы готовимся, мы доготовимся, покушали, видите, замочил. Дырки задело, потому что мороз. Вызор. Не болит. Вы понимаете прикол? Один спайк стоит среди всех китов. Или он меня так любит, преданно хоть, чтоб, ну, куда я иду, следит. Или он не мерзнет. Ну, такие дела. Вот видишь, он замер. Давай погладь бульбе. Слушай, удивительно, друзья, вот сейчас завел его, он бегает здесь. Вот. Ну, что-то он потерпел. Да? Молодец. Смотри, можно. А так смотри, активный стал. Не, ну он спокойный. Он да. По сравнению с девочки сейчас были, тут и накакали, и написали. А где кто остался? Хайди, Мотгаси, давай, давай, молодец, мальчик. Видишь, вот так.
Опа. Так. Не, давайте я сначала это, когда приду и вас отпустим. Сейчас поеду в магазин. Отпустим щенка. Ну как всегда, не успеваю, куча всего надо делать туда-сюда. Привет. Всем привет. Утеплитель летает. Сороки утеплитель клюют, там есть доступ к крыше. Надо сказать, крыши. Чтобы сделать. Никак тоже их не дождусь, блин. Сказали, материал купишь, сразу придем. Пару дней, уже почти 2 месяца ждут. Кстати, спасибо за отзыв о щенках от Екатерины Ефименко. Очень приятно. В ВК написали мне. Тебя ушко одна встает. Барбосики мои. Мои барбосики. Вчера уже такой уверенный дома ходил. Привет. Все, у нас сейчас Инстаграм чуть ведем, там тоже. Так, нельзя Багир, уйди, 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 уйди. А Багирке надо покататься от щенков. Уйди. Да уйдите. Нельзя. Лапы прячу. Нельзя. Так, приехали. Пойдемте, мои карапузики. Вудлик, сегодня это уезжает. Отправка. Багирка, ты чё похудела? Эй, бандиты, колобок, ты где? Тихо, тихо. Снежана, заходи. Так, неси. Багирка. Колобок, иди сюда. Колобок, давай. Так, уйдите отсюда, да? Блин, уйди. Колба. Да не все говорю. Давай. Так, молодец. Чего ты, мартышка? Да уйди ты. Там. Да. Шимой. Блин, я такую погоду. Конечно, лучше мои питы пусть будут сыты, лучше пусть покушают больше, чем бегать будут худые и мерзнуть. Где мои пупсики мои? Все, весь сторож там. Так, надо вот у этой девушки кое-что забрать с рта. Щепки грызут, потом едят. Вообще супер. Потом проблемки. Это мягкая древесина. Находят. Они все находят. Я как утеплитель, тот не сожрали, я уехал. Испугалась. Мусор в туалет по-большому ходил, так напрягся. Мелкая подошла, смотрит, и он бежит сюда, она беда стартанул, забоялась. Потом сюда подбежал уже. Видите, эти мои родники, мои, какие вы у меня хорошие. Какие вы у меня классные. Умнички мои, да умнички. Не ругайтесь, пожалуйста, не ругайтесь. Мальчик, не обижайтесь, не ругайтесь. Мальчик. Этот свое логово защищает. Этот сам по себе такой со стороны. Они оба вот со стороны, ребят, наблюдают. Шустрячки. Разносите, ладно. Дети. Вот. А ушко у тебя как? То стоит, то ложится. Ну все. Вот кто щенки здесь, скажите, кто хочет больше внимания?
Уши оставьте ему. Так, она не уходит. Опять у них на эту штуку. И опять у тебя во рту, а? Да. Ух, пушки. Нет, нет, нет. Мышка у нас застряла. Она вот все продырявила. Молодец. Вудик, надо прощаться. Иди сюда. Иди, моя ладость. Иди. Вудик. Иди сюда. Иди. Вудик. Ну да. Сказали, все спали. А взять, а в туалет. Ты сходил, пили далеко в туалет. В туалет, мой. Давай снимем. Все, подожди, ну не убегай. Не убегай, пипучик. Опа-на. Это Вудик. Мы отправляемся, Ириночка. Уйдите, солнце такое, вон, солнышко. Опа. Вот такой Вудик, вот такой Вудик. Вот такая сладость, мой. Ты такая сладость, мой. Идё. Посмотри на него, на каком миленький. Как я его люблю. Да ты моя зайка моя. Ты мой зятик, дом обрел, тепло, пойдешь к Тинке, у Ирины Тиночка. Ириночка, спасибо вам большое. Такой красавчик едет, да, Ириночки? Бедный спрятался, снимай его. Вудик, ты моя лёдость моя, ты мой ребёночек. Какой он холёсик, какой он сладик, Вудик. Пойдем, мой сладкий, ну пойдем, пойдем. Вот. Вудик, иди. Иди, Вудька, Вудька. Вудик. Вудик, да ты мой лёдец. Ну все, ну все, ну все. Любят двор. Пойдем. За ножки зайчика нашего вытащим. За ножки вытащим аккуратно. Суставы. Пойдем, так сними меня на свет. Это прелесть. Это ребеночек. А, обожаю. Какой хороший. Друзья, у нас щенки на продажу. Вот очередной щенок едет до Ирины в Москву. У нее Тиночка еще живет. Все, выключай. Так вот мы облизываемся, останавливаемся и рвем. Один раз в жизни. Все, давай начнем. Сейчас он по-любому начнет. Потом пэк, ну, короче. Ну все, вот наш Вудик. Наш красавчик, мы доехали, три раза вырвал. Два раза успели остановиться, один раз нет. Ириночка будет счастлива, такого красавчика. Вот такого красавчика. Молодец. Он все равно погладь что-то морду его выцу. Да вот. Тети Холёси, такой умничка, такой добренький, такой ласковый. Умница, в общем. Так что Вудик наш нашел свою семью любящую. Короче, он у нас... Я забыл ошейник, но там особо не нужен, но... А покажи его мордочек, забился. Самый наш робкий. Это араб номер два. Чачища коня, красота, желтая шея. Ребят, не натянут сильно, не переживайте. Один белый ног, другой человек. Посмотрите, как он лежит, лишь бы не выходить.
завтра будет лето. Не переживай. Видно нормально нас? Это Вудлик, и он говорит, Москва, держитесь. Питбули Dragon Life в Москве у нас. Вот. Микрофон же здесь. Так, давай, наверное, я принесу. Или ладно. Когда нами займутся. Ну все, друзья, в принципе, что? Вудлика сейчас отправим. И с легкой руки Ириночки. Дай бог, все найдут свои руки любящие. Выключай пока. Выключу. Так. Наш красавчик. Как да, ребенок. Чуть попозже, а то я гружусь, дюнь неудобно. Чуть попозже, помните, через часик. Передал, Андрей Улик передал, да, сюда мне. Поближе объектив сможешь? Ага. Давайте. Давайте. Посижу. Или я. Давай, ты, заходи. Наверное, тебе вам удобнее. Давай, он у нас осторожный мальчик, знаешь, такой. Давай, поднимай. Питбулька осторожный. Так, ну все, а ну дай сниму сюда. Так, все, вот, отправим. Пакет документов сюда есть? Да, сейчас дам. Секунда буквально. Пакет сфотографировать и отправить. Это попугайчик. А, давай. Блин, прикол. Чуть не сбили собаку прям по трассе, охотничья с ошейниками или что.